уроки не сделал. Почему? Александра Ивановна, у нас вчера света не было. И чем же ты занимался? Небось, опять телевизор смотрел. Ага, в темноте. Дяденька, дяденька! Девочка, отстань. Дяденька, я знаю, что у вас сломалось. Девочка, не мешай. Хорошо. Девочка, пошли. Девочка, ну что же у меня сломалось? У вас сломалась машина. Эту и эту. Да чего же вы ждете? Давайте сдачу, и я пошла. Здрасте. Почему тебя вчера на тренировке не было? У меня сестру того в больницу забрали, вот. А при чем тут твоя сестра к тренировке? А лабутены не забрали, а я их люблю. Анна, к доске. Как твоя бабушка делает пирожки? Не знаю. Как твоя сестра уроки делает? А мне это откуда знать? Так, где твоя школьная форма? Что за вопросы такие? Где твой дедушка? Да хрен его знает. Как твой папа прибивает паука? Понятия не имею. Как твоя мама папу на фронт провожает? Этого не знаю. Да что ж ты ничего не знаешь? Если завтра не расскажешь мне все ответы на эти вопросы, то поставлю 2. Бабушка! 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 Что, внученька, что? Ой! Бабушка, а как ты готовишь пирожки? Не слышу, внученька! Как ты готовишь пирожки? Тяп-ляп и готово! Угу. Как моя сестра делает уроки? Аккуратненько, под линеечку. Где мой дедушка? На фронте погиб. Где моя школьная форма? Да там, в шкафу валяется. Как мой папа прибивает паука? Тапком хрис и готово. Как моя мама провожает папу на фронт? Платочком слезы подтирает. Спасибо, бабушка. Не за что, внученька. Ой, спина. Итак, Анна, выходи к доске и ответь мне на те вопросы, которые я тебе задавала. Как твоя бабушка делает пирожки? Аккуратненько, под линеечку. Как твоя сестра уроки делает? Тяп-ляп и все готово. Где твоя школьная форма? На фронте погибла. Где твой дедушка? Да там в шкафу валяется. Как твой папа прибивает паука? Платочком слезки потирает. Как твоя мама провожает папу на фронт? Тапком хрясть и готово.
Ладно, садись, Аня. Ох, ну и семейка. Эх, как же я не люблю это утро. Опять идти в школу. Телефон. Санёк написал. Надо ответить. У меня температура. Я в школу не пойду. О, Санёк заболел. Ну что? Как там твоя игра? Да, нормально. Спать мне ложился. Пока не прошел. Ты уже пригласил свою девчонку на свидание? Да, как раз сегодня после школы. Ладно, Леня, уже поздно, пора спать. Как поздно? А как же школа? А как же свидание? Нет! All that I have is all that you've given me. Did you never worry that I'd come to the end?